В Дагестане депутат оштрафован на 120 тысяч за жестокое обращение с беркутом. Наказание в виде судебного штрафа назначено чиновнику из Куракского района. В соцсетях ранее было опубликовано нашумевшее видео, в котором мужчина сначала наносит удар птице по голове металлической трубой, снимая процесс на камеру мобильного телефона. После этого он просит сына продолжить издевательство над птицей. Ролик вызвал большой общественный резонанс, и МВД организовало проверку. По словам депутата, беркут попал к нему случайно, угодив в капкан, который он установил у себя в огороде. Свою вину в совершении преступления мужчина полностью признал. Из личных средств на рекламных плакатах он разместил социальную рекламу о недопустимости жестокого обращения с животными и об уголовной ответственности за совершение подобных действий.